К 2030 году в Башкортостане не менее 90% городов должны соответствовать стандартам программы комфортной городской среды. Об этом заявил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на открытии весеннего форума ЖКХ и экологического форума на ВДНХ-экспо. Одной из тем весеннего форума ЖКХ стало обсуждение реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Республика занимает 8-е место по темпам формирования комфортной городской среды. В ближайшее время в планах войти в пятерку лидеров. Для этого будут продолжены региональные программы по благоустройству. У нас реализуются масштабные программы: башкирские дворики, ремонт подъездов, освещение городов, сел. Мы видим, что это дает определенные результаты. Мы запланировали, что уже к 2030 году не менее 90% городов должны соответствовать комфортной городской среде. И, в общем-то, здесь все аспекты, все направления важны. Кроме того, поднимались темы обращения с отходами, в том числе высокого класса опасности сортировки мусора. К 2024 году перед республикой стоит задача достичь, чтобы все население перешло на раздельный сбор мусора. На сегодняшний день 37% жителей региона охвачены системой раздельного сбора ТКО. А к концу этого года этот показатель должен составить 70%. Во-первых, устанавливаются цветные контейнеры в городах и райцентрах. Но в сельской местности мы приняли решение как бы ввести дуальный сбор мусора. То есть у нас в основном в сельской местности что образуется из вторсырья? Это пэт-бутылки, пластиковая посуда, вот, шампуни, гели. Да? И мы приняли решение, что в сельской местности, в деревнях, мы будем ставить сетки контейнерные оранжевого цвета для сбора этого вторсырья. А остальной мусор, как обыкновенный зеленый контейнер. В ходе стратегической сессии форума предполагается подписание соглашения в области реализации нацпроекта «Экология» между Российским экологическим обществом и Башкирским государственным аграрным университетом. Также на площадке ВДНХ-экспо проходят специализированные выставки «Благоустройство. Комфортная городская среда», «Инженерные системы. Светотехника» и «Экология. Технологии». В них принимают участие более 80 компаний из разных регионов страны.